промониторив такой небольшой, сделав, как это сказать, анализ, да, я понял, что качество оказываемых услуг не очень высокое, цена очень высокая, поэтому выбрать решил что-то среднее. Я понял, что в Луганске абсолютно ничем не занимался, просто плыл по течению. Да? Ходил на работу, да, и зарабатывал, хорошо зарабатывал, но ходил всего на одну работу и ничем не занимался. Хотя и там мог открыть спокойно, без всяких проблем. Поэтому я сейчас понял, что у меня был огромный потенциал.